Сегодня по личному распоряжению президента Республики Абхазии Аслана Георгиевича Обжаняна я приехал в сочинскую 4-ю больницу для общения с пациентами, пострадавшими в результате огнестрельных ранений на территории Республики Абхазия. Пообщался с медперсоналом, с руководством клиники. Значит, Салимгириев, пациент сегодня находится в палате. Значит, состояние удовлетворительное. Все необходимое медицинское вмешательство было произведено первое в Республике Абхазия, второе здесь уже непосредственно в 4-й больнице города Сочи. По больному Филаян, который сегодня находится в условиях реанимационного отделения, значит, у него скелетная травма плюс травма сосудистого пучка в районе бедренной артерии. Значит, ему было сделано оперативное вмешательство. Сейчас, на данный момент, больной находится в реанимационном отделении. После того, как он будет стабилизирован, насколько мне сказал начмед 4-й больницы, значит, вертолет прилетит из 1-й краевой больницы города Краснодара и будет больной транспортирован силами санавиации в город Краснодар, в 1-ю краевую больницу. На данный момент состояние больного тяжелое, но стабильное.